6 идет. 6, а потом они 6 также набирают. Я что-то минимум 3 убегала. То есть создание команды все-таки, да? То есть, как вы сейчас видите бизнес в партнерстве с компанией Reflame? Создание организации, да? Приглашение в организацию людей пользоваться продукцией Reflame и зарабатывать. Два направления сотрудничества основных, актуальных. Я так понимаю, что вам интересен бизнес? Ну да. Интересен бизнес, отлично. Коль у вас уже опыт был в сетевом бизнесе, да, вы уже были в другой сетевой компании, партнерам, создавали уже свою организацию. Есть небольшое отличие, специфика, да, у вас акценты все-таки были на продаже, и можно создавать товарообороты и в компании Reflame, и выйти на уровень директора, имея несколько активных продавцов в своей организации, но эта структура, она не долгосрочно, наверное, потому что продавцы, они устают. Ну, правда же, у вас же сколько было, да, координаторов, людей, которые продавали? Ну, да. То есть они постоянно менялись, да? Менялись, но не были постоянные. То есть вот у меня 4 человека постоянных, у которых уже структуры были. Угу. Но, тем не менее, продажи не всех привлекают, потому что люди, ну, вообще, если вот честно, да, то большинство людей не любят продавать, и когда приходят в сетевой бизнес, они сразу говорят, ну вот можно так, чтобы не продавать, чтобы не бегать с каталогом, не продавать продукцию. Я говорю, ну вообще бизнеса без продаж не бывает, мы в любом случае что-то продаем. И если мы сейчас выбираем направление бизнеса, да, и неважно, традиционный это бизнес по франшизе или это сетевой бизнес, мы в любом случае продвигаем идею нашего бизнеса, мы все равно продвигаем продукт компании через себя, через свое лицо, да, через свой личный бренд. Или же мы создаем здесь организацию за счет продаж. В любом случае от продаж не открутиться, просто есть организации, еще раз повторюсь, которые создают товарообороты директорские за счет продаж, и товарооборот директора — это 300 тысяч рублей. Нужно создать товарооборот. Есть структуры, которые приглашают только покупать. Ну, то есть это потребительские структуры. Реально, там много-много, десятки, сотни людей, которые просто заказывают через интернет-магазин, экономят на покупках через свой интернет-магазин. Им это выгодно. Но при этом лидер вышестоящий, он не может стать финансово свободным, он не может расслабиться, потому что эта структура, она сегодня есть, покупательская способность классная, новогодние праздники, 8 марта, а потом раз летом все в отпуска разъехались, и эта потребительская структура, она может на какой-то период времени высеяться и не будет там директорского уровня. И поэтому лидер, он не может расслабиться, он не может стать здесь финансово свободным. Поэтому мы миксуем, да, у нас партнерская потребительская сеть, в нашей организации всегда много покупателей, сразу говорю. И я в презентации бизнеса об этом говорю, 80% это потребители. Но они самостоятельно делают заказы, они самостоятельно эти заказы забирают, потому что компания Reflame осуществляет доставку более чем 4000 офисов по России. И в СНГ это уже очень хорошая логистика, инфраструктура, абсолютно готовая под ключ. Но мы с вами, Татьяна, мы акцент делаем на фокус на создание своей ключевой команды. И на уровне директора у вас должно быть примерно 25 ключевых, ну 20-30 ключевых партнеров. Какие правила бизнеса у ключевых партнеров? Внимательно смотрели презентацию? Ключевые партнеры. Я уже в успешном старте говорила, что же делают бизнес-партнеры. Три правила бизнеса. Первое. Они обучаются. Второе. Второе правило. Обучаются. Второе. Не помню. Они организуют личные заказы на 6 тысяч рублей. Но обязательно условия получения дохода. Помните ЛТО? Вы сказали в начале 6 тысяч. То есть задача любого предпринимателя, кто выбирает направление бизнеса, научиться и организовать личные заказы на 6 тысяч рублей. Это первый заказ, да, потому что сразу по итогам уже текущего каталога выполнения данного правила уже начисляется первый кэшбэк, первый доход 1000 рублей. Отличных покупок уже первый возврат, да, первый кэшбэк. Такое сейчас модное название.
от покупок человека, который уже выполняет данное правило. И третье правило – это рекрутинг. Наша задача – научиться приглашать и рассказывать, приглашать и рассказывать, приглашать и рассказывать. Так вот, мы приглашаем преимущественно людей, которые нас окружают. Это люди наши знакомые. Это теплый рынок. Второе – это соцсети, доски объявлений. Это холодный рынок. Вот моя задача – научить вас приглашать и рассказывать о возможностях Oriflame профессионально. Не просто там спамами, не просто закидывая сообщениями, предлагая там два варианта сотрудничества. Нет, а находя людей, которым интересен сейчас дополнительный источник дохода. И я рассказываю прежде всего о возможностях Oriflame. Моя задача через презентацию бизнеса, выявить потребности людей и показать путь. То есть показать путь для реализации вот тех потребностей, которые на сегодняшний день человеку актуальны. Интересен бизнес? Я расскажу, как зарабатывать. Хочешь просто экономить, покупать для себя продукт? Я тебе предоставлю дисконт в компании Oriflame. Пожалуйста, пользуйся продуктом для себя, заказывай, экономь. А если ты экономишь, значит, ты зарабатываешь. Потому что сегодня ты сэкономил на 1000 рублей за месяц. За год эта экономия уже будет 12 тысяч. За 10 лет это 120 тысяч. Людям надо показывать, конечно же, возможность экономить, возможность зарабатывать. И третий вариант. Ты можешь реально здоровиться, ты можешь хорошо себя чувствовать, если будешь реально пользоваться продуктом хорошим, качественным. Это продукция Wellness. Это продукт, которым... Сейчас реально очень приятно делать товарообороты, потому что мы пользуемся сами этим продуктом, мы о нем рассказываем, мы получаем классные результаты, и, конечно же, уже продукт сам себя практически продает, то есть рекомендации, да, канал рекомендаций никто не отменял. Вот, и если в целом посмотреть на товарообороты, например, моей организации, то примерно 35%, бывает и больше, это продукция wellness, то есть это продукция для здорового питания. Вот, три правила. Насколько готовы их выполнять? Насколько, Татьяна, готовы сейчас сами стать ключевым партнером в команде моей, да, в команде спонсора? Обучаться, научиться и организовать личные заказы на 6 тысяч рублей. Не сразу, а к этому нужно прийти. И третье, рекрутинг. Насколько готовы? Ну, рекрутинг для меня это знакомо. Угу. Обучение тоже, в принципе, всегда обучались. Угу. Ну, вот, немного смущает. 6000 заказ, так как у нас 1600 было. Угу. Вот, тут сравнение еще такие. Большая цифра. Большая сумма. Смотрите как. Наша с вами задача здесь подойти к вопросу с позиции организации, с позиции предпринимателя. То есть наша задача предпринимать. Не просто сейчас взять и вытащить из кармана 6000 рублей. Это на самом деле не лидерская позиция. Есть возможность финансовая, классно, ты можешь реально купить себе упаковку витамин ПЭК, это продукт для своего здоровья, это упаковка коктейля, это уже 100 баллов, то есть это фактически уже там 4000 рублей. Но если такой возможности нет, то наша задача организовать. Есть вариант поделиться скидкой, то есть у вас есть в окружении мама, сестра, соседка, подруга, то есть это вот реально горячий близкий круг, с которым вы можете вместе организовывать совместные покупки в вашем личном кабинете. Есть кто-то близкий из родственников? Нет, близкий мне никто не пользуется. Подождите, близкие родственники голову моют, зубы чистят? Ну, естественно, но по деньгам им дороговато будет что-то покупать даже со скидкой. Но вопрос дорого, вопрос качества. Тут можно ездить на машине АК, но почему-то я выхожу на улицу, и все на Мерседесах, на Лексусах, на БМВ. Почему люди не покупают себе дешевую Ладу, а предпочитают дорогой автомобиль? Потому что он комфортный, он качественный. Не все люди готовы покупать дешевый продукт. Я уверена, в вашем окружении есть люди, которые готовы купить себе тушь 5 в одном за 150 рублей. Или это дорого все-таки, Татьяна? Ну, это если с одного человека по 150 рублей. Татьяна, давайте так, вы пришли ко мне, сами пришли, да, вы пришли ко мне на бизнес, не да. Я вас пригласила, вы, поэтому давайте будем сейчас, ну, наверное, по-взрослому уже разговаривать. Моя задача сегодня рассказать вам путь для достижения ваших результатов. Если вы хотите зарабатывать, в компании Oriflame, если вы хотите здесь стать лидером, топовым лидером, как вы мне, да, сказали, то задача найти в окружении людей, которые будут покупать вместе с вами или вместо вас, вам решать. То есть здесь реально вопрос такой предпринимательский.
Если у человека нет денег, то значит ваша задача найти людей вокруг, которые относятся к продукции компании Reflame лояльно, им нравится продукт, или они хотят познакомиться с продуктом через каталог, и вы можете этот каталог человеку оставить. То есть три варианта организации личных заказов. Первое – сам. Второе – окружение вы можете организовать. И им несложно было поменять привычку покупать средства первой необходимости, шампуни, гели для душа, мыло и так далее. У нас 1500 наименований разной продукции, не в обычном розничном магазине, а у себя. И нашлись люди, которые покупают сейчас Jardin Gold тональную основу, я не знаю, там пачками, потому что это продукт реально люксовый и очень бюджетной стоимостью. Вот, например, сейчас тональная основа стоит 320 рублей, качество, ну, на 1500, там, Клиник и, я не знаю, там, Dior отдыхает. Поэтому вот ваша задача сейчас забыть о том, что было, ваша задача сейчас реально просто перенастроиться, потому что вот в любом бизнесе, если ты хочешь расти, ты должен научиться быстро меняться. Тренды, веяния новые, новые фишки, да, сейчас реально будут расти те и в нашей сетевой компании, и в других сетевых компаниях, кто готов быстро перестраиваться. Поэтому либо вы сейчас перенастраиваетесь, реально обнуляетесь и забываете, как у вас было там, и начинаете расти вместе с нами, и выполняете реально вот те простые правила, про которые я вам сейчас говорю, а это простые правила бизнеса. То есть я сейчас не говорю вам про то, что нужно будет научиться проводить собеседование на команду, этому я буду вас учить в процессе. Вот для начала три простых правила. Обучение. Обучение все в режиме онлайн. Сейчас добавила вас в команду, добавила в чат по сопровождению, создала чат запуска. И моя задача сегодня с вами обсудить коммуникацию директора, потому что моя задача довести вас и выйти на доход от 30-40 тысяч рублей. Дальше ваш доход будет удваиваться, утраиваться, только в том случае, если вы этот путь прошли, и уже научили трех людей вашей организации стать директорами. Три директора вашей организации, ваш доход 100 в месяц. Но чтобы вам стать директором, вам ваша задача, первое, организовать товарооборот на 300 тысяч рублей. Второе, в вашей директорской организации должна быть ключевая команда, 20-30 ключевых партнеров, которые в системе каждые 3 недели выполняют 3 правила. Обучаются. Организуют личные заказы на 150 ББ, это 6 тысяч рублей. Но дальше сумма будет снижаться, потому что я вам говорю, от личных покупок вы получаете уже кэшбэк. Плюс, когда команда растет, появляется товарооборот вашей организации. Соответственно, ваш доход растет уже от товарооборота вашей структуры. Вы получаете уже от покупок ваших людей. Вот. И, конечно же, третье правило – это рекрутинг. Это то, что и создает, собственно, вашу команду. И моя задача вам, вас научить приглашать людей, в первую очередь сейчас дать несколько заданий. После нашего созвона посмотреть 3 ролика, они небольшие, 3 коротких ролика и 1 вебинар «Актуальный рекрутинг». Первое. Система построения групп, чтобы у вас в голове еще раз отложилось, из чего будет состоять ваша директорская организация. Товарооборот, ключевая команда и количество групп. Помните, я вчера вам говорила про то, как мы регистрируем, как мы создаем команду? Да-да. Помните, Татьяна? Теряетесь куда-то. Ага, давайте еще разок. Система построения групп, это тоже будет это ролик, да, в котором как раз-таки я еще раз вам расскажу про директорскую организацию, про то, как мы с вами регистрируем людей. Не просто всех под себя, помните? А мы создаем сначала первую команду, закладываем фундамент, потом вторую, потом третью. Вот, я вам дам коротенький ролик. Выгодные активации, как раз-таки вы узнаете, как влияет товарооборот каждого ключевого партнера, как влияет товарооборот на вашу директорскую организацию. Если вы будете делать по 50 бонус-баллов, сколько нужно людей, чтобы стать директором, по 100 бонус-баллов, по 150, и какие плюшки получают партнеры, которые все-таки начинают уже здесь предпринимательски мыслить и делать, да? Какие плюшки, подарки, деньги, сколько зарабатывает ключевой партнер, который все-таки начинает и выполняет вот эти правила. Второй, третий ролик – это функционал консультантов и менеджеров, чтобы вы понимали, к чему вам нужно будет научиться, чтобы уже на уровне менеджера быть на 100% спонсором, да, и уже обучать свою команду. И вот четвертый ролик – это уже актуальный рекрутинг. Там я как раз-таки вам расскажу про создание своей команды, про методы рекрутирования, которые на сегодняшний день есть в моей команде. И мы завтра с вами созвонимся в это же время и уже как раз-таки обсудим
создания вашей организации. Но третью встречу я провожу только после активации номера любым заказом. У вас 72 часа еще не закончились, мы только вчера регистрацию проводили. И у вас есть возможность не оплачивать регистрационную плату. Она стоит 149 рублей для всех в компанию Oriflame. Но если вы делаете заказ в течение 72 часов, это трое суток, на 1000 рублей, с учетом скидки эта сумма будет 800 рублей, доставка будет первая бесплатно к вам в Омск, и регистрационная плата не будет взиматься. Вы сможете уже сэкономить на вашей покупочке. Доставка куда предоставляется? В Омск. У нас в Омске очень много сервисных пунктов обслуживания, в котором вы можете забрать уже в корзине у себя при оформлении заказа, выберите доставку там, где вам будет удобно забрать. Очень много пунктов в Омске, да и вообще по всей России. Вот, есть возможность получить в подарок тушь 5 в 1 и смягчающее средство, легендарное наше. Такой бочонок волшебного средства, я, как правило, всегда губы мажу, локоточки мальчишечкам своим, пяточки и коленочки, то есть там, где загрубевшая кожа, вот это средство очень помогает. Оно придет в подарок всем, кто делает заказ на 2000 рублей, это 50 бонус-баллов. Вот. И есть возможность получить туалетную воду в подарок и клад «Уикенд», шикарный аромат. При выполнении партнером в течение 21 дня с момента регистрации заказа на 100 бонус-баллов. То есть если вы идете как новичок по стартовой программе, то вы получаете туалетную воду в подарок. 21 день у вас еще впереди. Вот, все выгодные как раз-таки активации вы узнаете у меня в ролике, вы поймете еще, какие плюшки, подарки вы можете собрать. Их много, компания очень щедрая, у нас шведский стол возможностей. Вот, и вы через эти ролики уже познакомитесь, и дальше мы созвонимся. Я надеюсь, вы сможете за сегодня-завтра до обеда это все сделать, чтобы мы с вами третью встречу завтра провели. Сможете? Просмотреть там ролики. Да, да. И активационный заказ обязательно, Татьяна, активационный заказ обязательно. И мы с вами созваниваемся, обсуждаем уже конкретно рекрутинг, начнем уже создавать команду. Активационный заказ, это что? Это любой заказ. Любой заказ. Вы хоть мыло можете купить. Я просто вам говорю сейчас про выгодные условия активации. Я вам говорю сейчас про возможность сэкономить. Это 1000 рублей. Если, в общем-то, возможности финансово нет, то я говорю, вы можете сделать любой активационный заказ. Просто есть выгодные. В общем-то, все сейчас в чате запуска. Я вам все инструкции сброшу. Любые вопросы, которые возникают, вы смело можете задавать мне. Хорошо. Вопросы сейчас вопросы какие-то есть? Да, нет, все понятно. Все, отлично. Все, тогда до связи. Все, до свидания. Да, сумка в конструкторе. Ага. Убери Степе, на стол положи, пожалуйста. Вторая встреча. Для всех. Если вы еще не с нами, то придите сначала на первую, потом будет вторая. Hello, everyone. My name is Alex Rubinoff.